Я думаю, что бой прошел по плану. Вот Альберт абсолютно выиграл все раунды. Ребята отдали все силы. Хороший соперник с хорошим рекордом. Вот большой шаг для Альберта к цели. В целом, я считаю, что роста для багажа хороший бой получился, поучительный бой, крепкий парень очень. А так, я доволен тем, что, в принципе, сегодня выиграли. Выиграли, я считаю, что достаточно чисто. То есть, ну, были какие-то, понятно, что шероховатости, пропущенные удары, над чем будем анализировать и работать. Можно было более активно даже где-то отработать, но не стали рисковать и отработали все 10 раундов. И, ну, скажем так, я считаю, что с достаточно хорошим запасом. Хочу поприветствовать всех любителей бокса и поблагодарить за вашу поддержку. Поддержка чувствовалась с каждым раундом. Соперник пробавлял, я пробавлял. Вот она, красота бокса. Никто не хотел уступать. Я проверял его слабую сторону, он проверял мои слабые стороны. Я думаю, вы на протяжении 10 раундов увидели красоту бокса, где не было никаких запрещенных грязных ударов. Мне приятно было с ним делить ринг. Спасибо, Фрамента. Из красного угла!